Что, куда едем? Кататься на джетски. Да, едем кататься на джетски. Труба какая. Вот едем кататься на джетски. Тут местные, как их, байкеры. Сейчас заправляемся немного. Дайте, что? Давно не катался? Я сам. Ты сам не будешь кататься? Со мной только? Ты сзади будешь, я не будешь. Ну, понятно. Вот это Dodge Ram 350, более 500 тысяч, 500 лошадиных сил. Да? Вот, приехали на озеро. Вытащили все вещи. Сейчас будем жарить здесь мясо, стейки. И вот такое вот озеро. Здесь вот спуск. Там вот спускают лодки, джетски. Вот съезжают джетски большим траком. Они привязаны. Сейчас развязываем. Ну, я таких даже не видел. Какие прям такие мощные прям. Да? Да. Спортивные. Ну все, и свозят их вниз. Отправляем в плавание. В общем, продолжаем кататься мы на джетски на этом вот озере. Прекрасное озеро. Я забыл телефон взять в машине, пока мы с Тимофеем катались. Вот здесь есть такое место для мангала, большая беседка, можно арендовать. Там есть детская площадка тоже большая. Тут вот места для мангалов, тут можно вот вставать там, скамеечки, ну, всякие столики, вон ребята там катаются на джетски, мы тоже на них катали. Джетски такие крутые, это канадский BMP, GP, блин, забыл как, GPB, как они там называются, вот, и они так на дыбы встают, сейчас покажу, прикольно. Вот. Машинка. Сначала, ну, сложно реагировать, а потом уже нормально становится, привыкаешь. Вот такие здесь можем столики. Можем из колонки выделить? Мангалик. О, не надо. Это наш жилет. Who's life jacket? I'll take his life jacket. Короче, эти штуки работают еще с музычкой. Подключаешь музычку и гонишь, да? Ну, да, это вообще кайф. Это с каждого спикера $600 подал. Это специально для них, да? Да, ну, дополнительно. Это опция, если хочешь, можешь покупать. Ну, понятно. Да, beer. Давай, говори, рассказывай, как тебе? Круто. Понравилось? Да. Ты прыгал? Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ты на таком катался когда-нибудь? Нет. А на каком катался? Нет, где? На каком? На плохом. На плохом? Да. Вот, колонка, музыка, да? Все, покатались. Теперь вот так вот заезжают они.
Все, готово. Хорошо покатались.